Вот черепушки пламенные. Я уже сняли. Да, да. И будь послушна, иначе я начну стырять. Ты же, а сейчас брить? Все-таки белый следы остался. Не, брить нельзя, но в коем случае, что же. Да подожди, у меня в кадре только он. Мы сидим с пчелочкой. Тут не целуйся, тут так не смотрели. Что за тело, да? Трюма. Тело, да, тело. Картиночка, ничего, да? Я... Да. Очень-очень красивые мотоциклы. Просто обалденные, как бы, очень хороший карбюратор, видимо, как бы, очень много кубов. Поближе друг к другу, кстати. Да, очень. А как тебе цилиндр? Цилиндр вообще обалденный. Сидушка тоже ничего. Сделайте пару шагов вперед. Стоп, отлично, только вот медленнее. Там не важно, там. Нет, поршень. Поршень вообще супер. Сань, что, давай? Поршневая система вообще налажена. Подними, глянь сверху, да сейчас. Подожди, подожди, стой на месте, я вижу отражение парня. Что ты видишь? На себя видишь. Скажи мне еще раз это в глаза. Я машу себе рукой тебе в глаза. Мое отражение. Девушка. А у вас настоящие усы ей причесаны? Я настоящая. Станьте плотнее друг к другу, девчонки. Супер вопрос, просто так. Да, хорошо. Че, Сань, можно? Можно. Хорош? Хорош? Так, все из кадра! Из кадра! Сейчас. Так, камера. Кто бы понимает, как физика. Есть. Приготовились? Начали. Тебя с пристрастием ты обжигаешь кровь.
все, приготовились. Камера? Есть. Говорите. Раз, два, три. Так, все, давайте сразу, сразу, сразу. Камера? Есть. Только что мы закончили съемки нашего нового клипа на песню «Секс-полиция» с нового альбома «Секс-полиция». Вот. И сейчас мы вам немного расскажем о том, как это все происходило. Ну, к самому клипу мы готовились очень долго. На подготовку его ушло около 4 месяца. Даже, наверное, больше, пока мы шили костюмы, пока это все находили. Вот. Очень долго искали помещение для съемок. Ну, и вы видели, наверное, в клипе тоже 2 мотоцикла. Тоже очень-очень много курьезов было с этим связано. Последний день у нас мотоцикл, который должен был сниматься, просто выяснилось, что человек его не сможет дать, и мы буквально за ночь нашли мотоцикл, даже не один, а 2. То есть на съемки приехало 2 мотоцикла, и вы все это, ну, видели в кадре. Клип снимался 14 часов непрерывной съемки. Оператор и режиссер работал очень хорошо, очень быстро, да. Ни разу, даже один раз, по-моему, перекусил бутербродик маленький, и все равно. То есть он нас держал в таких визовых позициях, и мы, так сказать, держались. Спасибо ему огромное. Спасибо, да. Егор, это супер крутой режиссер. Да, мы постоянно на площадке слышим даже крик и где у меня больше секса. Домой приходила, читала какие-то посылки, смотрела видео. Конечно, на самом деле, ну, также, помимо сюрприза для нового имиджа группы, вы также, наверное, заметили, что практически полностью изменился состав. Вот, теперь с нами Юля, вот, играет на бас-гитаре, Коля, гитарист наш, вот, ну и вот этот вот. Юля. И Женя, он сессионный музыкант у нас, он у нас клавишник. И сам продюсер. Привет, мам. Были крутые телочки. Это было супер. Похоже на колено. На самом деле, в клипе снимались у нас девушки, которые, на самом деле, являются профессиональными танцовщицами, актрисами, а которые снимаются в профессиональных клипах Зверева и так далее. То есть тоже очень было напряжно их выцепить, то есть подгадать день, когда они смогут. Да. Еще мы их заметили в клипе Тимати. Да, вязаные сучки. Да ладно. Серьезно? Ну, съемки этого клипа состоялись благодаря DF Music Organization, но эти ребята внесли, ну, достаточный вклад, в общем-то, во все это дело. DF Music Organization, огромное им спасибо за то, что они не просто тупо как бы сорят деньгами, но еще и участвуют в процессе. Они непосредственно помогали нам искать девушек для клипа, мотоцикл, и бессонные дни и ночи постоянно на созвоне с Диаболом ищем девушек, и все это длилось в неделю-две. Получилось так, что работали все вместе, то есть не было такого, то что либо они только работают, либо мы только работаем, все вместе, то есть полностью. Это было, ну, действительно была интересная работа. То есть 2 месяца примерно мы просто в этом куражем, постоянно какие-то дела и так далее. Вот. Огромное спасибо еще хотим сказать ребятам с репетиционной базы Crash House, которые предоставили нам оборудование для съемок. И помимо этого очень помогли с машиной. Ребят, спасибо вам огромное. Это действительно очень ощутимая помощь была для нас. Да, ребят, вы просто, ну, спасибо действительно вам за это. Ну что, до встречи. Ждите наших новых работ и приходите на наши концерты. Пока! Что ты в целом думаешь? Уже все практически разобрали. Я думаю, что съемки прошли очень даже успешно. Я бы сказал, это одни из немногих съемок, которые прошли на 5+. Вот, все себя вели великолепно. Девочки сыграли просто супер. Мальчики тоже неплохо сыграли. В общем-то, музыкант, конечно, блин, тоже на высоте. Эпатажный клип будет. Я думаю, что зритель просто будет в восторге
от такого видео. И вообще, в принципе, хочу отметить, что среди альтернативы и среди рок-музыки такого еще не снимали. Вообще. Вообще в России. Или очень круто было. Спасибо. Съемки нашего дебютного клипа. У меня заставил сводитель. Ну просто пусто вообще. Нет, ничего. Миллионы евро было потрачено на фильм какой-то там. Наша шоу-бизнес.